Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен непосредственно новым игровым видеороликам с тестом новых устройств. Сегодня мы будем тестить устройство на рельсу с возможностью пробивания любого танка. Я не знаю, честно говоря, как это все дело работает, но вместе с вами покатаем, посмотрим, оценим. Имба это, не имба, нагибает данное устройство, не нагибает. Все в этом видеоролике мы полноценно сможем лицезреть. Понятное дело, что если бы у меня было бы на этом аккаунте не устройство, а непосредственно дрон-бустер, то с лисой бы, наверное, было бы получше бы его использовать. Но так как у меня его нету, есть только кризис и защитник, то давайте поиграем на защитнике. Что касаемо режимов, то я думаю, что было бы неплохо бы тестануть какую-нибудь условную осаду. Так как там будут именно титанчики какие-то, еще что-то, да, и можно будет посмотреть, как работает вообще устройство. Мне интересно, например, работает ли оно, если я буду давать сквозную по двум танкам, да, будет ли по двум танкам сразу же наноситься пробитие, либо же это будет наноситься пробитие только по первому танку. Поэтому я, как уже сказал, ничего не тестил. Зайдем сейчас, сразу пикнемся и посмотрим, что вообще будет у нас с этой рельсой. Взял я викинга, ну, с овердрайвом будет неплохо наносить большое количество урона. Ну, а если вы ждете новые игровые видеоролики, посвященные новым устройствам, возможно, еще чему-то, что вам интересно было бы узнать, пишите по этому поводу в комментариях. Ну и, конечно же, прожимайте лайк на данный видеоролик. Если на данном видеоролике набирается 150 лайков, то сразу же выходит следующий видеоролик, посвященный непосредственно тестом новых устройств. Короче говоря, пробивание сразу срабатывает, я так понимаю, по танку. Наносит урон рельса по 1600, что является, наверное, неплохим уроном, если мы будем рассматривать данную рельсу без повышенного урона, вернее, повышенного ХП танков. Но в связи с тем, что у нас сейчас x2 хп у каждого танка, то понятное дело, что эта рельса не наносит такого большого количества урона, да. Пробитие — это очень имбовая тема. И вот сейчас я, кстати, дал сквозную. И, слову, сквозная рельса также дает урон по двум танкам. То есть непосредственно, если вы даете сквозную там по трем танкам, по всем танкам сразу срабатывает пробитие, и ваши тиммейты могут сразу же наносить по ним тоже урон. Считайте, у них не будет там ни брони, не будет ни срабатывать, никакие защитники не будут работать, да, и плюс резисты также не будут действовать. Это очень хороший буст для тиммейтов. Я так понимаю, что работает это все дело тоже там порядка около где-то 5 секунд, потому что у меня есть возможность полной перезарядки рельсы, и пробитие еще будет оставаться на танке. То есть если вот сейчас я нанес 1000 урона, то вот сейчас уже 1300, почему так мало? Там разброс, что ли, по урону довольно жесткий. Скорее всего, разброс у этой рельсы есть по урону. Я, честно говоря, не смотрел, что там вообще с этой рельсой есть и как оно работает. Но то, что если вы даете сквозную рельсу и урон проходит, то есть по второму танку тоже с пробитием, это, конечно, жесткая имба. И я вот сейчас думаю, что я пикну еще одну катку в осаде, потому что вот здесь вот нету противников, которые играют, например, условно на титане и прожимают там куполочек. И вот если я в следующую катку пикну и там будет что-то подобное, то это очень будет круто. Так, ну и вообще было бы неплохо мне бы где-нибудь здесь прожать замечательный овердруйв и попробовать понаносить урон. Давайте так чисто прожмем. Не знаю, что из этого получится. Будет ли тут варик вообще кого-то уничтожать? Но я, конечно, профессиональный рисовод. 3000 урона. Можно было, конечно, побольше намного нанести урона, если бы я стоял бы в хорошей позиции для наноса урона, если бы там противников было побольше. Но неплохо. Пока я могу сказать, что это явно получше, чем страйкер с охотником. В связи с тем, что здесь... то есть, если, например, на страйкере сплэш урон не дает пробитие, то здесь каждая сквозная рельса дает дополнительно пробитие. Это очень имбовая тема, и ею можно пользоваться. Даже при том раскладе, то, что как бы при x2 хп рельса... ну, мягко говоря, не наносит такого большого количества урона, да, в связи с тем, что у танков у всех x2 хп, то как только у нас закончится данный эксперимент, я думаю, что эта рельса будет, ну, нереально жестко имбовать, да. То есть если сейчас рассматривать все полноценные устройства, то фриз как бы
добалансили, его как бы апнули. Соответственно, на фрезе можно комфортно играть и комфортно наваливать. А вот что касаемо других пушек, да, то есть здесь уже есть свои определенные нюансы и проблемочки. Но все равно вот так вот с рисой, с овером, ё-моё, сколько урона можно просто наносить, это ужас. Это просто ужас, по 15 секунд, когда действует у вас овердрайв, это, конечно, жесткая тема, очень жесткая. Я не знаю, что делать вот против такой имбы. И если что, посмотрите просто на мой счет, да. Но меня сейчас, походу, первый раз зареспят, а может даже и не зареспят. Но это жестко, это очень жестко. Это прям вообще дичайшая имба. 12-1, друзья, 12-1, 12-1, чтобы вы понимали. Киллов для x2 хп 12, ну 12 может это не так много, конечно. Вот сейчас, кстати, купол поставили, можно бы сейчас в купол пострелять, неплохо. Сейчас мои тиммейты поймут, я надеюсь, что я даю рису по противнику, и, соответственно, у него пробитие эффект срабатывает, и его можно нагибать. Не знаю, понимает или не понимает, что так можно. Блин, ну это жестко, это жестко. Сейчас у меня бы овер был бы, я бы сейчас бы еще бы, знаете, сколько накинул бы уронов, просто жесть. Ну, если бы я бы еще бы попадал бы с рисы и не раз в полгода, он попадал бы намного чаще, то тоже было бы неплохо. Ну и плюс бустер, да, то есть я сказал, что здесь с бустером будет намного эффективнее все это дело работать. Без бустера немножко какие-то определенные моменты не срабатывают. Ну, первое место, друзья, в осаде. Да, то есть это, блин, серьезная темочка, давайте еще одну карточку сыграем. В ТДМ-ке тоже должна эта риса хорошо себя показывать, да, то есть в всех тех режимах, где много всяких титанов, ставят куполы, вот эти устройства на пробитие работают максимально эффективно. Если вы еще рисовод, который любит играть на этой замечательной пушке, и у вас есть такое устройство, то это лютейшая имба, лютейшая имба. Сейчас еще откатят эксперимент, и все рисоводы, которые будут иметь это устройство, будут нереально жестко разваливать кабины. Ну... Для кого-то это точно будет определенным бустом и плюсом бомбическим. Поэтому ладно, давайте сконцентрируемся уже на игре, а то я первую катку что-то как-то насосал, если честно. Вот этот был овердрайв, бы мне забрать, пожалуйста, братик. Хорош, спасибо. Ну, конечно, я у него спирил, можно сказать, этот овер, а не просто он мне его ставил. Так, ну и теперь ждем, пока противники приедут сюда. Как только противников станет побольше, можно будет прожать овер. Хотя можно просто спуститься, наверное. Сейчас вот здесь вот и просто дать овердрайву, да? Ну да, нормальная тема. Нормально, нормально. Сейчас залетит урончика, чтобы я попадал. Это очень бомбически. Это не очень привычно, когда риса наносит так быстро такое большое количество урона. Еще кого-нибудь поймать. Ладно, больше никого нет. 4 килла. Неплохо, неплохо. Если так в простреле найти или на точке найти там танков 5, знаете, да? То есть будет стоять 5 танков в простреле. Просто поймите, сколько урона будет сразу вылетать по этим танкам. Это же просто жесть. Просто жесткая тема сразу будет уносить кабины. Но, к сожалению, я записываю видосик не вечером, да, когда уже большое количество игроков таких, которые получше играют, появляются у нас в боях. Записываю больше так, ну не сказать, что день, конечно, прям, ну 4 часа, да. Как бы еще не такое большое количество нагибаторов появилось в боях. Поэтому, возможно, в этом плане немножко плоховато, что игроки какие-то такие еще лоускильные попадаются, на точку не едут. Хотя у них там и титаны есть, да, которые могли бы сейчас полноценно бы стоять на точке, а я бы сейчас бы по ним бы урона бы очень большое количество наносил бы. Но, к сожалению, пока мои только тиммейты стоят на точке, противник не стоит, и это очень плохо. Очень плохо, потому что можно было бы поносить очень большое количество урона. Ну а с этим уроном, конечно, можно было бы и киллов себе надавать в этой катке очень большое количество. Если в прошлое я там дал сколько? 12 вроде. Так, кстати, там овер должен быть по центру уже падать 2,5 минуты. Примерно сейчас падает овердайв, но мне как бы и самого 70%. Там овер можно было бы подпирить, чтобы какую-нибудь ДДшечку. А, уже овер забрал титан. Ой, викинг. Я понял. Так, и титан с куполом едет. Это очень хорошо. Давай, прожми купол. Хорош. И сейчас пусть его тиммейты подъедут под купол. У меня как раз скоро будет овер. Будет ДДшка. Можно будет нанести очень большое количество урона. Урончик будет залетать хороший. Хороший урончик. Я думаю, что этот васпик офигевает, когда такие движения происходят. Когда ты тупо стоишь и думаешь, ща, я как-то буду нагибать жестко.
И тут тебе хоп-хоп, начинает накидка такая прилетать с пробитием. И он такой, чего? Как так много? Но я бы точно бы офигел бы. Так, единственное, знаете, что плохо, друзья? Что овердрайв как-то копится очень медленно. Вот если бы у меня были бы, например, бы диктаторы в команде, которые бы мне, например, раздали бы овердруйв, это было бы очень круто. Очень круто. Так, ладно, опять я не вижу противников большого количества. Ну ладно, сейчас надо нажать овер 100%. И пытаться дамежить. Дамежить. Так, еще кого-нибудь бы зацепить. О, диктатор. Давай, братулечек. Тоже улети на респ. 10 киллов, маловато, если честно. Маловато. Но без эксперимента киллов было бы примерно в 2 раза больше, да? В 2 раза больше киллов. 20-ка за 4 минуты у меня была бы, да? Ну, 20-ка за 4 минуты это было бы неплохо, достойно. Плюс бы все викинги бы падали бы всего лишь за 2 рельсы, да, а не за 4. То есть в этом плане, конечно... Баланс таких пушек намного хуже, но что поделать, что поделать. Такое обновление, скоро оно наконец-таки закончится. Тогда можно будет тестировать такие пушки с такими устройствами заново. О, мне раздали овер, это очень хорошо. Значит, что у меня будет еще овердрайв в этой катке. У меня будет овердрайв. Ой-ой-ой, сейчас главное не на респ-то не уйти. Блин, гром несет меня. 20 сек, успею ли я куда-нибудь доехать, чтобы нанести урон? Наверное, успею. 15 секунд. Сейчас будет уже овер у меня. 10 сек. Да, зря, конечно, на рез полетел. Если бы на рез бы не ушел, было бы норм. Да. Такое, конечно, по киллам, если честно. Если бы я бы, может быть, на рельсе бы играл бы побольше. Я бы, может, и побольше киллов бы дал бы, потому что рельс там манал где-то. Но что касаемо устройства, я вам определенно могу сказать, что оно реально крутое, да. То есть пробитие на рельсе, если у вас оно есть, то вам безумно повезло. Что я могу сказать? Это опять очередной pay to win, который падает только с контейнера. Я так понимаю, да? Купить вроде как эти устройства нельзя. Но если что, поправите меня в комментариях. Поэтому имба определенно. Если эксперимент откатят и у нас x2 хп не будет в матчмейкинге, то боюсь, что эта рельса будет доставлять очень большое количество неприятностей. Очень большого количества игроков будет гореть жопа, у меня в том числе. Ну, а у тех, у кого будет это устройство, тот будет довольно жестко нагибать. Поэтому как-то так. Если вам понравился данный видеоролик, если вам понравился данный обзор, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Подписочка на канал, я буду вам очень признателен. Также нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну, а с вами был мистер Ванька. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, что думаете по поводу данной рельсы. Я свое мнение как бы уже высказал. Всем удачи и всем пока.